Люди, бабушки. Я просто идею не могу понять вот этих картин. А ты понимаешь идею? Что это значит? Может, это умерший? Я не понимаю. Я не понимаю. Мы тусуемся среди сербских людей. Сейчас будет какая-то песня. Ничего себе, какой тинейджер, смотрите. Здорово. Ноги в чае. А, ну хорошо, без сахара, он, надеюсь. Без сахара. Почему-то пластик вон вставили. В такие красивые окна вставляют, да? Пластиковые. А какие там были, где? Ну вон, смотри, вот. Темные. Да, да. Вон. Ну да. Старые выглядят лучше. И в подъезде живут 4. Давчик, Крджицич, Марко и Радулович. А, вон еще. А, нет, это, наверное, ниже. Это звонки. Марко Даджана. А, Диана, наверное. Даяна. Так, охота нажать. Вот моя мечта. Дом и гараж. Или сарай. Все, мы уходим. Здорово. Сейчас я припаркую тут. А что ты думаешь? Пойдем а с нами. Есть? Да. А, тоже есть. Так, Миша купил за 6. Да, я теперь птица другого полета. Вопросы от телезрителей. Ойген 88. Дорогое ли электричество? Сколько выходит, если не секрет? Прошлый месяц я заплатил 2500 рублей. При этом у меня центральное отопление. В России, я думаю, я платил где-то 1300. Тут получилось в два раза примерно дороже. Тимакс Сильвер. Сколько стоил билет на электричку до этого пункта на границе с Венгрией? В Хоргаш я поехал на электричке за 140 рублей. Туда ходят автобусы, и автобусы стоят где-то 250 рублей. Ехать минут 15. Пас, извольте, айде до мене. Ладно, не буду отвлекать. Предложить мне ему нечего. Посмотрим шоколадку. Ну вот такие вот есть в России, 162 рубля, не рекомендую. Вот это Локер, это кажется швейцарский шоколад, 219 рублей. Вот это Яник рекомендует, 190 рублей, 150 килограмм. Вот такую делают шоколад, Галеб. В Субботице также, это фирма, 80 грамм стоит 140 рублей. Так, а я возьму, наверное, премиум с милашником за 219, 100 грамм. А нет, это хазельнут. Ничего, вот такой киндер-шоколад, 100 грамм, 180 рублей. Риттер Спорт, 300 рублей. Риттер Спорт, 330 рублей белый. Чипсы за Коспад Лейс, 150 рублей, 90 грамм. Зева туалетный папир. 400 рублей со скидкой. 4 рулона. Орбит Бубльгум 80 рублей. Водка Рахманинов 150 рублей.
чекушка. Полкилограмма плескавицы обошлась мне в 370 рублей. Плюс такая вот шоколадка примерно за 200. Сигареты Marlboro стоят 450 динар.